О! Нихера себе! Картечь вообще нормально. Переверни-ка. О! На свет. О! Красавчик! Ну все, почти приехали. Сейчас меня там ждет Алексей. Леха в машине спит. Сейчас подойдем к нему. Леха, вставай. Сейчас мы его разбудим. Ку-ку! Сколько тебя ждать-то уже можно, Андрюх? А че, нормально, я за час доехал с работы. Поехали! Сколько ждешь уже? Да уже 15 минут. 15 минут? Да. Нихера ты вырубился, я тебе посигналил, ты даже вообще ноль эмоций. Я на это рассчитывал, что, короче, ты приедешь. Ну все, сейчас будем выгружаться, погружаться на лодку и поедем на стан. Ты чё, ебать? Это моя камера, нахуй! Да? А я думаю, чё за хуйня? Взял мою камеру, пнул. И раз тут дискотека в палатке. Здорово, архаровцы! Мы видали, не боялись. Здравствуйте! Эй, я со своими дровами, видишь? Нихера у вас тут костерчик-то большой. Ну, здравствуй теперь. Здорово. Я сегодня, конечно, приехал вечером, после работы, уже темно. Вот такой вот палаточный у нас городок. Обратите внимание на мою однокомнатную квартиру. Мой рост 1,85 м. По диагонали я помещаюсь полностью. А, ну вот, как раз с собой ружишка в палатку. Пули. Вдруг медведь придет в гости. Это, короче, наша кладовка. Кладовка под всякие сумки там, ну и всякие продукты, короче. Ну и наш шатер в качестве ночника. Это моя зимняя палатка, если вы ее узнали. И вот здесь мы будем сегодня располагаться. Стою, не могу. Парни, о, так здесь надо. Вообще тепло. Здесь еще да, одна печка у нас стоит. 100%. Возьми помидорчик. С баллоном, с печкой. И вот наш стол. В пакете есть. Парижем. Возьмешь, вот коньячок, так, коньячок. Вот так меня мои друзья встречают. Короче, у нас сейчас второй день. Вот. Мы сейчас будем ставить сетку одну. Вы ничего не подумайте. Мы как бы не браконьеры. Мы просто чисто для себя поймать, для себя рыбешки поймать, чтобы уху сварить. Сегодня 16 мая. У нас идет снег. Погода у нас где-то минус 2, минус 3. Ночку одну переночевали. В принципе, было спать комфортно. Главное, одеться тепло. Вот. Сегодня мы находимся на охоте. Постараемся сегодня что-нибудь пострелить. Рыбы уже наловили. Вот такой вот у нас стан. Палаточный городок. Вчера я ночью показывал. Плохо было видно. Ружье Лехина висит. Хорошая итальянская. Вот еще одна палатка с печкой. Нас сегодня собралось 5 человек. Костер уже ждут. Чай пьем, да. С утра пораньше. Вот столько рыбы поймали. Изи. Пару щучек. Будем ожидать лучшего.
Ну вот, друзья-рыбоходники, мы сегодня начали охотиться. Это сегодняшняя первая засидка. Вот, охота у нас длится до 20 числа. Сегодня 16 мая. Погода, конечно, сегодня такая нелетная. Снег идет у нас. Вот. Ну, воды мало. У нас еще река Обь особо-то так и не пошла. Вот. Но где мы сейчас находимся, здесь основное русло Комари. То есть это Комаринка. Сейчас мы на Комаринке находимся. Расставил манчуки. И сейчас будем ждать утку. Утка, в принципе, есть здесь. Летают, бывают стайки, пролетают там по 6 штук, по 2 штучки. Каждый год мы вот в это место приезжаем уже, наверное, на протяжении уже 7 лет. И всегда возвращаюсь в это место, всегда мы здесь охотимся и рыбачим. Хорошее место, была бы только погода. Постараюсь сегодня заснять, конечно, свои выстрелы. Не знаю, получится или нет. Ну все, теперь будем ждать. Будем сидеть в засаде. Будем ждать налета уток. Сейчас я нарву травы и сделаю себе засаду. Надо будет себя максимально скрыть, чтобы меня утка не видела. Вот. Травы тут много. Сделаем себе маскировку. Я тут уже немножко замаскировался, немножко натаскал травы. И вот сейчас вот таким образом мы сейчас сделаем себе скрадок. Вот такой получился скрадок. Вон, ребята, поехали на охоту, на засидку. Вон, уток подняли, 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 утки подняли. Подняли уток. Хочу показать кое-что вам, что я сделал у себя. Много есть в интернете этого. Мужики делают классно. У них подсмотрел, но сделал себе. Взял палаточку зимнюю, но она нам служит сегодня на охоте. Пойдемте, покажу. Вот такая штучка. Палаточка. Оп. Ой, свет. Оп. Включаем 100%. Опа! Пойдемте в мои воды. Все покажу, все расскажу. Охота. Весенняя, она холодная, но здесь жара, как в бане. Заходим. Нифига у тебя тут классно, как. О-о-о! Жара. Вообще жара. Сделал вот такую специальную. А вот туда ленту. Сделал. Ленту сделал, приклеил на кабель канал, на этот, на ну, кабеля, куда проводят. Ну слаботочку в основном, но кабель канал, чтобы она не гнулась, видишь. Ага. Все замотал, все сделал, вывел. На этот купил вот, ну, комплект, он продается с пультом. Купил комплект я такой, мне посоветовали там мужики. Купил аккумулятор 12 вольт и 12 часов ампер. Ну, мне на зимний будет шикарно, ну, проверяю на охоте. Я думаю, нормально. Ну, короче, ты доволен, доволен, да? Вообще 100%, 50%. Блин, ну вообще классно сделал. 25% вообще. И можно уменьшить, если вот в лунках не хочешь, чтобы рыбу спугнуть, так раз, 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 9 позиций. Нужно убрать их до, до нуля. Убавляешь, убавляешь, убавляешь. Ну тебе этого аккумулятора на несколько лет хватит. Ну я не знаю, вот видишь, раз, мне раз, такая. Раз, 9 позиций. И есть что, ну и есть еще такие. Опа, 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 опа. Недорого стоит весь набор, как бы с аккумулятором. Ну, аккумулятор я взял хороший себе, 12 вольт, 12 часов ампер. Аккумулятор у меня вышел, аккумулятор 1600 где-то вышел, и вся эта вся прихомудия в 700 рублей. Ага. Ну, я рыбак, мне нужно, мне нравится вообще. Мелочь, но приятно. Вон. А мы мимо проезжали, смотрим, у ребят стан. Ну, думаем, заедем, поговорим, покалякаем.
А когда разговаривать начали, оказывается, один земляк, второй земляк. Блин, тема пошла интересная. Все рыбаки, охотники, как говорится, знакомые новые нашлись. И, может, и рыбалка не удалась, но охота не удалась. Зато людей интересных встретили, поговорили. Как говорится, новые знакомые, это тоже хорошо. Мы тут мотались, смотрим стан, ребята стоят. Подъехали погреться, замерзли как собаки. Нас тут угостили, накормили, напоили. Прекрасные ребята. Оказывается, земля круглая. Земляков встретили. Земля маленькая, все люди, братья, нашли земляков. И вот все тут это самое. Ну, все отлично. Рыбакам, охотникам привет. У нас готова уха, сейчас будем наливать, будем кушать. Наливай. Давай, наливай, Леха. Щучка там еще. Получается, у нас два изя и две щучки. Андрюхи, где твоя тарелка? Вот это? Да, это моя тарелка. Все на голову забили. Сейчас соберем. Сам навар. Ух. О, Александр, уху кушает вчерашнюю, наваристую. Очень вкусно. Вкусно, да? Всем советую. Прям морковочка. Это многие морковку не бросают, но она не испортила ухи. Сегодня мы третий день находимся на нашем стане, на нашей весновке. У нас два человека сегодня уезжают. Вот, нас остается три человека. Так что мы еще остаемся до завтра. Завтра последний день, будем собираться и отчаливать. Короче, лед такой, ну нормально, сантиметровый где-то. Может побольше. Приходится вот так вот палочкой этой долбить. Давай, вперед, Леха, вперед. Полный газ. Не, полный нельзя, ты че? Мы же на берег улетим тогда, выскочим. Намерзло, целый сантиметр. Да. Добыть утку пластмассовую, надо пробиваться через такое. Вот так вот. Ну там везде-то нормально, поймал водичка. Его, поймал, ну все. Да, все, дома зажаришь. Все, зажарю. Жена пусть приготовит. Если что, завину, что ли. Хорошо. Ну вообще, что я могу сказать? Нормально посидели, отдохнули. Мы вам показали, как мы отдыхаем. Пострелили только всего одну утку небольшую. Ну, рыбы наловили себе, покушали, отдохнули на природе просто от души. Сейчас придется нам пробираться на лодке через лед, скорее всего, там замерзло. Придется его долбить, вот, чтобы до машины добраться. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как всегда, вступайте в мою группу. Ну и, в общем, всем удачных рыбалок, всем ни хвоста, ни чешуи, как говорится. Мы сейчас будем домой Андрюха собираться. И сколько тебе надо? Пока машина стояла, залепило снегом, замерзло все. Хороший снег был.